В Запорожской области растет количество заболевших корью. Их уже 93 человека. 32 из них – ученики Кушугумской школы «Интеллект». Там, напомню, на прошлой неделе заболели 14 детей. Переносчиком опасной инфекции стала учительница младших классов. Сейчас школа не работает. Всех детей отправили на досрочные каникулы. Так называемое веерное увеличение заболеваемости обуславливается низкой иммунной прослойкой и тем, что вирус длительное время не циркулировал на нашей территории.